А мы возвращаемся в студию. У нас в гостях Роман Цепелев, музыкант, который известен с Кирой. Насколько я знаю, что ты писал музыку для художественного фильма. Расскажи, пожалуйста, да. Что это за история? Это фильм «Клад». Это детские приключения. Премьера была этой осенью. Он шел, к сожалению, он не шел в прокате в Кирове, он шел почти по всей стране, в больших городах. В Кирове его не было. Это, знаешь, такие приключения. Вот если ты помнишь, был такой фильм у нас в детстве «Кортик и бронзовая птица». Да. Там, где маленькие мальчики решали все серьезные проблемы и там с плохими ребятами боролись. Здесь вот тоже вот этот жанр возрождается. Это такая, я был так рад быть частью этой команды. Там вышло так, что мне написали и сказали, что «Роман, мы взяли ваш трек. Не будете ли вы против, если мы его берем?» Я, конечно, сказал, что я за. И они сказали также, что вот давайте, может, вы еще и напишите всю остальную музыку. Я, конечно же, тоже согласился. То есть вся музыка, которая звучит, большая часть в фильме «Клад» — это твоя? Да, вообще вся, да. Это большая кинокомпания, у нас там есть даже звезды, играет Евгений Стычкин. Я очень сильно там восхищаюсь режиссером Ириной Волковой. Мы с ней как-то так сдружились, и она будет мне снимать клип, мой первый для вот этого проекта «Soft Future» на песню. И сейчас она предложила мне написать музыку для уже нового ее фильма. Там пока еще все так, еще все готовится, пока что еще говорить нечего. Но это уже будет не такая, не детское кино. То есть, ну, то есть у тебя история. Потихонечку начинает развиваться карьера автора музыки кино. Я этому рад. Ты будешь конкурировать как минимум с Укупником, который тоже пишет музыку для кино. Вот. И на следующей встрече наверняка есть тайные сходки авторов музыки, и там ты будешь говорить «Аркадий». Я подготовлюсь к встрече, я подрабатываю свой. Да, коронный удар. Да, коронный удар. Я желаю классного концерта, я желаю, чтобы у тебя вот это направление, оно развивалось как можно больше. Музыка становилась еще более тревожной. И чтобы даже оптимистичный человек выходил с глубокими мыслями. И, конечно же, чтобы музыка в кино у тебя... Сейчас был не один фильм у тебя. Спасибо. Через год-другой было десятка два. Спасибо. Все, спасибо большое, Рома. Все приглашаю на концерт 17 числа в «Конструктор практик». Роман Цепелев в проекте «Soft Future» для вас сыграет классно. Спасибо. Ну а сейчас еще немножечко добра в эфире вечернего шоу «Вятка Today». Рубрика «Пристроим вместе» и собака по имени Ева. Сегодня ищет новую семью эта веселая девочка по кличке Ева. Хозяева Евы переехали в другой город и оставили собаку на улице. Пока она живет в приюте и очень надеется найти заботливых хозяев, которые ее никогда не предадут. Она подойдет в активную молодую семью, так как она сама непоседа, очень озорная, активная. Ей нужно много гулять. Она молодая, ей 1.5 года. Она подойдет в будку, в вольер, либо в квартиру. Если вы хотите стать любящим хозяином для Евы, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8 953 139 20 33.